Первый в городе детский садик с лифтом сейчас достраивают в микрорайоне Рождественский. Первая очередь уже завершена, подрядчика поменяли. Сейчас идут внутренние работы. Их планируют закончить в ноябре 2019-го. Мэр города лично проверил, как трудятся рабочие. Коробка здесь достроена, перекрыта кровля, здание застеклено, подведены все наружные сети. Мы видим, что все нормально, то, что приступили уже к прокладке коммуникаций, к оборудованию стяжки. И на объекте находится 30 человек, соответственно, вот сейчас каких-то опасений нет. Подрядчик находится в плане графики, с подрядчиком повезло. И эти люди уже много объектов у нас в городе строили, поэтому будем надеяться, что у них все получится. Контракт со вторым подрядчиком заключен на 97 миллионов рублей. Ведутся также наладочные работы по устройству онлайн-наблюдения на строительной площадке. К ноябрю будет полностью готова и прилегающая территория с верандами и клумбами. Сейчас делаются перегородки, штукатурка, стяжки, фасад вот начали и внутренние инженерные сети. Детский сад в Рождественском станет первым в новом микрорайоне дошкольным учреждением. Общая площадь трехэтажного строения – 1500 квадратных метров. Учреждение рассчитано на 240 мест. В каждой из 12 групп запланирована отдельная спальня, раздевалка, игровая. А лифт обеспечит доступ на все этажи людям с ограниченными возможностями здоровья. Елена Белова, Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.